Вернемся в Россию. Сегодня стартует 7-й сезон Олимпиады студентов «Я профессионал». Это часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». В программе этого года один из образовательных форумов, где выступят потенциальные работодатели. Участвуют 500 российских компаний. Итоги подведут в мае. За эти годы сформировалась целая команда людей, которые с гордостью могут сказать про себя: я профессионал, потому что 300 тысяч участников, 21 тысяча ребят, которые благодаря победе в Олимпиаде «Я профессионал» получили бесплатную возможность продолжить свое образование. Ну и, наверное, самое главное, вот ребята же, участники, всегда говорили нам, что для них главная мотивация – это возможность попасть на работу в российские компании-лидеры.